вечер, уважаемые любители музыки! В эфире музыкальный электровоз! Музыка всех стилей, поезда всех направлений. Меня зовут Сергей Белый! Сегодня я пригласил сюда, на эту священную площадку, самую экстравагантную группу прошлого сезона. Итак, встречайте, у меня в гостях поп-группа «Антиполицей». Миха. Миха, где мы? Миха, где мы? Здравствуйте, ребята. Привет. Здрасте. Скажите, почему такое странное название вашей группы? Ты чё? Это чтобы из рота не пахло. Таблетку такую положил в рот, и как будто трезвый. А тебе хорошо? Да, ребят? Да. Миха, где мы? Сейчас не об этом, погоди. Зачем нам шапки надели? Чтобы различать. Ну, насчет таблетки я, допустим, знаю. Ну, а почему вы так группу свою назвали? Антиполицей. Не, ну, а как еще-то? Здравствуй, полицей. Или милицей мы можем. А вот как создавалась ваша группа? Говорят, что вы вместе учились. Значит, точно, мы вместе лечились. В лечебно-трудовом диспансере. Точно. Вот. На третьем курсе, когда мы лечились от третьей стадии. Потом практика была. Да, да, точно. И мы стоим на переменке, и вдруг ко мне подходит папа одного из нас. Ты что? Не, как это раз же... твой папа вот. Как раз и подходит. Очень. А, да, мы вместе учились. Точно, да. Подходит и говорит мне, сын ты мне. Или не сын. Точно. Ты пей со мной до дна. А, налей-ка мне вина. Вот и говорит, сын ты мне, говорит, или не сын. Я, говорит, из тебя сделаю не человека, нет. Я из тебя, говорит, сделаю. Группу человек. Точно. Из тебя и из твоих друзей. Вот они. Мои друганы. Вот. Ну, понятно. То есть, твой папа стал вашим, как бы, продюсером. Не, он не пролезет. Он толстый слишком. Да. Мы ночью, когда лезли в клуб, а он не пролазил, он на стрёме оставался стоять. Потому что мы ночью... концерт давали в клубе, а он тихо только. А он на стрёме стоял, он не пролазил. Точно. И он стоял на стрёме, а мы концерт в клубе давали. Там было три... все было там. Да. Было же три гитары там было. Барабан был. Барабан был. Барабан. Ну, а где же ваш барабан? А где наш барабан? А вот у него волнистого этого попугайчика и спроси. Где барабан? Отняли у нас барабан эти доминошники. Зачем? В домино играют, тут ставят его и бум получается. Рыба.
Рыба. Ну, понятно. А кто же вот пишет вам письма? Пишет. Все пишут нам. Нам с нами учатся. Писатели. Поэты ли. Композиторы. Докторы учатся. А все эти люди, другими словами, трудящиеся алкоголики. Или трудоголики. А мне одна девчонка написала письмо. Сейчас я быстро, погоди. Подождите. Да. То есть, получается как? То есть, вот ради чего-то я вас позвал. То есть, получается, что вот, ведь не секрет, да, что многие певцы, артисты, композиторы становятся алкоголиками, да? Вот оно. Все. Немногие, все. А то есть, вот вы... Были алкоголики, так. А стали артистами. Хороший Понял. Тост сейчас был. То есть вы стали артистами благодаря волшебной силе искусства. Точно. Вот и как. То есть сегодня здесь, на моей площадке, группа «Антиполицей». Встречаем аплодисменты! Да не, это не вам аплодисменты, не вы аплодисменты, а вам аплодисменты! Итак, группа «Антиполицай» с песней «Про осень». Бросила жена, у нас она одна. Стало вдруг светло, и на душе тепло. Не надо нам домой, наливай домой. Нас всех троих вчера уволили с утра, стало вдруг легко, и очень хорошо, и очень хорошо. Пойдем мы на футбол, на футбол, на футбол. Summertime, summertime.
молчать.